Всем подписчикам большой привет! Сейчас наступила пора выездов на природу, но открытый огонь в большинстве случаев запрещен. То есть костры жечь нельзя. Я вам сейчас показываю одно устройство, которое позволяет жарить мясо, хлеб, шашлык можно жарить на природе, не разводя большого огня. Это так называемый шампур-термосифон. Что он из себя представляет? Вот я сейчас на горенке, на пропановой, обжариваю мясо и хлеб. Кончик этой тепловой трубки, это тепловая трубка, которая заправлена веществом и герметично запаяна. В ней заполнен теплоноситель, который кипит при жарке, температуре жарки, около 200 градусов. Видите, идет сейчас обжаривание. Кончик трубки помещен у меня в пламя горенки. И тепло в количестве очень большом передается по трубке. Я ее держать не могу, поэтому ручка деревянная. Видите, идет кипение. Вот сейчас вот сосиска у меня даже чуть-чуть подгорает. То есть мясо жарится именно от трубки, от этого шампура. Можно жарить точно так же и в другом источнике, ну в камине, допустим. Она позволяет длина трубки. И продукт обжаривается изнутри. Видите, идет кипение. Вот кипение и стекание жира. Обжаривается хлеб тоже изнутри. Очень удобная конструкция. У вас в компьютерах этой тепловой трубкой отводится тепло от процессора. Это так называемая тепловая трубка медная. Я ее приспособил для жарки продуктов. Я вам сейчас покажу, как выглядит. Вот хлеб у меня уже разогретый, горячий. Вот он даже пригорел. Видите, да? Хлеб. Но он уже обжаренный. Мясо уже почти готово. Но перед тем, как обжаривать, я должен был смочить ее маслом, смазать маслом. Но в конце жарки можно немножечко будет обжарить уже и на открытом пламени сосиску. Она уже в основном поджарена внутри, изнутри. Видите, получается, я просто подрумяниваю ее. От тепловой трубки тепло это все передается в основном продукту. Вот она горячая и хлеб горячий у меня, кстати. Подписывайтесь на канал, будет много интересного.